Вот так, легкой походкой она идет к своей судьбе. Мы сегодня с вами являемся свидетелями того чуда, которое Бог сотворил в жизни этих людей. Они нашли друг друга. Бог реален, Бог живой, и Бог сочетает их. И мы, как свидетели, говорим «Аминь». Но у тебя есть такое призвание сделать ее самой счастливой женщиной на этой земле. Почитай, уважай его, следуй за ним, доверяй ему, и тогда ты будешь счастливой. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас Господь светлым лицом своим и помилует вас. Да обратит Господь лицо свое на вас и даст вам мир. Властью, которую дал мне Бог и которую дала мне Церковь, я объявляю вас мужем и женой. Пусть Бог обильно благословит вас. Поздравляем!